Ну что, поехали? Поехали! Здравствуйте, наши дорогие зрители! С вами сегодня Валентина Хохлова и Лили Донского. И мы будем делать обзор нового каталога Oriflame, каталог 11. Лето все еще продолжается, этот каталог нас радует новинками и спецпредложениями. И сегодня мы вам расскажем о самых ярких предложениях каталога. И начнет Валентина, потому что у нее самая интересная часть – это блок с аксессуарами. Я знаю, что аксессуары любят все девчонки, и это сейчас очень модно. Вот так. Хорошо, ладно, начинаю я. Я не могу не сказать о новых сумках и косметичке, которая у нас появится в этом каталоге под названием «Агния». Сумка, обратите внимание, у нее очень классный материал. Можем проводить руками и рисовать те узоры, которые нам нравятся. Она сделана под замшу. Две ручки, соответственно. А сумочка у нас на молнии. Мы ее открываем. И вот такой вот замечательный большой объем. В эту сумку вы можете положить все, что вам необходимо. Что мне понравилось, в этой сумке нет подкладки. То есть вот это, ну это да, она не будет мешать. И ты обратила внимание, что внутри этой сумки? Что? Ты заметила, что здесь очень удобная ткань, которая будет коже нам помогать. Да, не будет пачкаться. Не будет пачкаться, и то, что это не ткань, это достаточно удобно, когда внутри сумки такая штука сделана. К этой сумке в комплекте, название «Агния», да, мы запоминали, и мы запомнили, с золотой фурнитурой такая вот косметичка сделана. Очень круто выглядит. И ты заметила, какую классную форму? Знаешь, что похоже? Улыбка. Очень крутая. И приятное. Да, ну, приятное взять. Дополнение к сумке. Мы сюда закинули все свои любимые помады, зеркало. Ну, даже можно показать, как это выглядит. Достаточно вместительно. Да. Вот мы положили сюда 10 помад, у нас еще полно места. Закрыли, да, и понесли с собой. Ага. Еще и телефоны. Да, закрыли. Так, у нас поместился телефон. Он достаточно большой. Да, то есть, в принципе, мы можем взять без сумку, не брать с собой. Угу. Да? То есть, вот такой вот маленький, очень классный аксессуар. Мне понравилось. Все место. Из морского стиля у нас есть вот такая вот на текстильной основе кошелек. Да, мы сейчас вернемся к этому. Кошелек. Для мелочи у нас есть здесь отделение. Очень много отделений для пластиковых карт. В современном мире это необходимо. Здесь тоже открывается, видите? Да, сюда можно крупные, например, купюры положить. И вот здесь вот тоже есть отделение для пластиковых карт. То есть их два вида. Визитки, пластиковые карты, здорово. Вот эта вещь. Ты рассказываешь. Давай. Я рассказываю. Это что-то волшебное. Такой шарф, он односторонний. На одну сторону рисунок сделан. 100% полиэстер состав. Вы знаете, на ощупь очень приятный. Он очень легкий. Комфортный. Да, и он такой прям классный. Да, взяла вот такую вот косметичку и пошла. Лили мастер создавать образы, смотрите, как у нее здорово получается. Очень круто. Ну и нам необходимо, чтобы такие классные аксессуары выгуливать, нам нужно еще очень круто выглядеть и быть эффектными. И в этом сезоне особенно акцент делается на стрелке. Меня порадовало, что в каталоге появилось 3 новых оттенка. Именно такие тени. Мы сегодня их даже попробовали. Очень интересно ложатся. Можно делать шикарный макияж Smoky Eyes. Понравился голубой оттенок, как подводка нижней части глаз прорисовывать, подчеркивать тем, у кого особенно серые голубые глаза. Это очень красиво. Мы покажем нашу модель. Такой сливовый цвет очень крутой подойдет. Такой цвет кареглазым, зеленоглазым девушкам. И черный, это классика, на черный сделать макияж Smoky Eyes просто потрясающе. Ну и в этом сезоне я влюбилась в подводку, которая у нас идет жидкая подводка, с мягкой гибкой кисточкой. Я оценила эту вещь, потому что действительно очень удобно, нужно просто приноровиться. Делать это легко и с удовольствием. Стрелки получаются, как вы видите, у меня просто изумительные, быстро, четко. И мне понравилось, что они очень выразительные. У нас вышло 4 оттенка металлик. Металлик, то есть они идут с блеском. Очень красивые цвета. Можно их снять, я покажу как. Да? Очень красивые.
И маленькая бомбочка просто. Это бомба, Валя. Я знаю, что ты оценишь точно. Потому что эта тушь настолько необычная, что я думаю, она взорвет просто вообще мир. Потому что эта тушь водостойкая, но она не смывается только холодной водой. Если у вас вода будет сильно теплая или горячая, то она смоется. А от холодной воды нет. Поэтому можем спокойно купаться, прыгать в бассейн, плавать в море и при этом выглядеть супер красотками, быть накрашенными, классными. Очень прикольная кисточка. Она пушистая, длинные ворсинки. И хорошо прокрасит глаза. Очень хорошо и даст объем хороший. Вот. Долгожданная новинка. Я себе обязательно возьму. И это супер. Ну и так, летом нам нужно, да, следить за ногтями, потому что очень жарко. Мы много времени проводим в воде, кто-то, да, там с моря не вылазит. И ногтевую пластинку нужно увлажнять, то есть давать ей дополнительное питание и уход. И вот такой новый гель спа, уход для ногтей рекомендуется использовать 2-3 раза в неделю, естественно, это на очищенную ногтевую пластиночку, чтобы восстановить ногти и дать им влагу. Так что пользуйтесь, я думаю, эта вещь тоже будет очень популярная. И у нас еще осталось. Я продолжу, у нас осталось еще несколько средств. Это новые средства туалетной воды для девочек и для мальчиков. Приятные запахи, давай понюхаем. Давай. Это для девочек, да. На картинке у нас вот эта волшебная Моана, мультик, наверное, все смотрели, наверное, как и я. Интересный легкий запах, что он тебе напоминает? Цветочный. Да, немножко сладковатый. Ну, как раз для девочек, для маленьких модниц, чтобы они чувствовали себя взрослыми, потому что девочки, они всегда хотят быть похожими на маму, даже носить каблуки. Обязательно пользоваться туалетной водой. Для детей флакон специально сделан пластмассовый, то есть он достаточно удобно, да, для деток, для маленьких в том числе. Для мальчиков туалетная вода, тачки. Давай тебе. Мне? Тачки? Да. Ну да. Чуть-чуть слизь. Не попало. Еще раз. Так. Аромат свежий. И сразу ощущается, что он мужской. Мужской. Вот прям сразу мальчик, мужчина. Для мальчиков, особенно в таком маленьком, например, возрасте, для них очень важно, чтобы они пахли именно мужчиной. Не женский аромат, чтобы был. А какую мне? Ничем накрасить. Прикольно, смотри. Вот это бомба. Это фуксия. Вот она. Ой, я хочу. Можно мне вот такую? Девчонки, как она ложится. И такую. Нет? Красную, давай. Бомбанем. Номер 12 нас ждет потрясающая новинка. Это жидкая помада-крем, которая как раз сейчас Валя наносит на губы. Это будет и я тоже нанесла. У меня оттенок 33-380. А у меня 3 3 2 7. Очень красивая цифра. И участники премьер-клуба эту помаду могут уже приобрести в премьер-каталоге. То есть заранее? Да. И хочу рассказать свои ощущения. По ощущениям, помада очень легкая, невесомая, приятно лежит на губах. Губы не склеиваются от нее. Нет никакого привкуса. Запаха тоже нет никакого. Она очень круто смотрится. Тебе очень идет этот обмен. Тебе. Круто. Ребят, берите, пробуйте. Девочки, будьте самыми красивыми и яркими с этими помадами. Вот, пожалуй, все. Но обратите внимание, что мы, конечно, вам показали совсем немножечко, да, для затравки вам сделали такое. Обратите внимание еще на сережки, которые сейчас на мне, мы о них немножко не сказали. А эти сережки вы тоже можете увидеть в новом каталоге. Хрустальная роса. Очень классно выглядит.
тоже мы примеряли на разных моделей, в разной одежде, и на всех смотрится просто изумительно. Тебе, знаешь, еще заметила, что на самом деле белый цвет вот в таком вот варианте, он достаточно универсальный. И вы знаете, сейчас для меня вот очень интересный был вопрос, как же совмещать иногда аксессуары серебряные и золотые. Так вот я вам скажу, что сейчас, в этом сезоне, вы можете это делать, совмещать, это на самом деле достаточно модно. То есть вы можете одевать и серебряные, и золотые аксессуары одновременно вместе. Интересно. А здесь сережки сделаны с фурнитурой золота, поэтому круто. Выглядит это вот так. Ну, вы же посмотрите весь каталог и увидите тут столько всего, просто даже невозможно об этом рассказать даже за час. Поэтому мы оставляем вас наедине с этим каталогом. Будьте прекрасны, пользуйтесь натуральной шведской косметикой. И если есть вопросы, задавайте нам их в комментариях. А если видео понравилось, ставьте лайки. Все, всем большое спасибо за внимание. Всем удачного дня. Пока-пока. Пока-пока.